Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Among Us на Nintendo Switch. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Поставьте как можно больше лайков, потому что мы сегодня поиграем на новой карте Airship. Да, заранее. Дело в том, что, смотрите, на Nintendo уже вышла эта версия. Вот в чем прикол. Вы уже можете, по идее, с друзьями поиграть. Но на телефоны, конечно, еще нет. Но смотри, в общем, мы зашли, видишь, тут Морти, если что, у меня. У ней предыдущая версия игры на телефоне, поэтому она даже не видит шляпу, она просто меня видит как красненького, и все. То есть, если мы сейчас что-то здесь поменяем, вот какие, смотри, какие тут новые шляпы, друзья, добавились. Так, это вроде была вот шляпка, потом вот эта сырная шляпа, да, ее же вроде как не было, ребята. Так, вот-вот-вот, смотри, как прикольно. Так, ну, в общем, давайте, ребята, я думаю, начинать. Надеюсь, не вылетит игра, но у братишек, наверное, в Among Us можно играть 4. Но рекомендуется собрать... ясно. Начало через 5, 4, 3, 2, 1. У меня тут еще и планшет, то есть я, если что, смотрю. Итак, смотрим, ребята, вылетят ли игроки. Берегитесь одного предателя. Предатель и... так, The Remaining, главный зал, карцер, двигатель, офигеть. Так, я понял, у других просто не загружается эта карта, вот в чем прикол, там чисто черный экран. Вот оно что, но мы с тобой можем чисто побегать, посмотреть уже заранее карту. Это, блин, офигенно, это просто офигенно. Давай посмотрим. Значит, вау, смотри, блин, Генри, офигеть. Да, я уже понимаю, тут пистолет. Что это, пистолет или что это, я уже даже не помню. Так, кристалл, он постоянно его хотел, блин, взять. Так, давай смотреть, что у нас тут есть, всякие картины. Непонятненькие, да, там картины, смотри, какие интересные. Так, нам в хранилище, я понял. Вентиляция. Не я предатель, кстати, вот что. Починить проводку, проявить фото, разобрать записи, комната отдыха, помыть туалет. Туалет, серьезно? Блин, карцер. Я помню, здесь был заперт, друзья. Охранник, точно, офигеть. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Подпишись на залево. Братишка, сам понимаешь, все дела. Так, ну-ка, что у нас тут есть? Еще двигатели, вот тут можно вроде как их там заправлять. Так, давай посмотрим на карту. У нас же карта тут на Nintendo, блин, на самом деле очень сложно играть в плане, например, что-нибудь, кому-нибудь что-то доказать, что-то написать, потому что ты сам понимаешь, на Nintendo очень долго вот это все перебирать. Так, двигатели, главный... блин, посмотри, какая она просто здоровенная, эта карта, просто какая она большая, офигеть. Так, связь. Ну-ка, тут у нас вот связь. Угу, кабина. Ох, блин, вот это, блин, офигенно, ребята. Админ. То есть можно вот наблюдать тут. Окей, что еще? Что еще у нас тут интересно есть? Арсенальчик. Так, давай зайдем. Ну, понимаешь, без друзей, конечно, без друзей. Блин, это пипец. Скучно. Ну, офигеть. Золотой пулемет. Ну-ка, давай спустимся. Это все арсенал у шляпок. Офигеть, смотри, сколько здесь всего. Какие пистолеты здесь. Так, а кухня? Вот тут вот, походу, и надо мыть посуду. Да, блин, господи, помыть туалет. Ну, хоть не посуду, ладно. Я уж испугался, можно что-то приготовить. Офигеть, у них клевая кухня. Мне даже аж кушать захотелось, друзья. Вот это прикольно. Смотровая палуба. Давай посмотрим. Ты понимаешь то, что... ой, я не хочу. Еще, не дай бог, сейчас мы с тобой выпрыгнем. Ты понимаешь, как здесь будет действительно сложно? Это очень большая карта, ребята. Так, давай смотреть портретная галерея. Охрана, комната охраны. И вот здесь-то как раз мы с тобой можем и наблюдать. И посмотри, как это круто сделано. Архив, охрана, грузовой отсек... переговорная, двигатели. Вау! Это действительно круто. Тут что-то лежит. Что это такое? Что это там лежит, ребята? Я уже давно играл в Генри. Блин,
Как-то это интересно. Так, хранилище. Ну что, надо хотя бы выполнить задание. Но как только мы их выполним, понятное дело, мы с тобой выиграем. Это круто. Так, электросистемы. Что у нас тут? Офигеть, как тут можно заплутать? Потому что смотри, как здесь вообще пройти, ребята? Ё-моё! Если кто-то сюда зайдет, все, ему хана. Может, как-то можно открыть дверь? Ну, я, по крайней мере, пока не могу это сделать. Действительно. То есть, если здесь электричество как раз выключается, и тут надо это сделать, это же капец. Вау! Ты это видел? Круто! Круто, действительно. Главный зал. Ух ты, проявить фото. Вот это круто, смотри, какая штука. Так, взяли мы с тобой, положили. Так, это надо несколько раз, что ли, сделать как-то. Погоди, как проявляется фотка? А, стой, вот тут надо, наверное, как-то. Навигация. Ну-ка, значит, положим их. Давай положим. А, только через минуту они будут готовы. Может, там какой-то будет... Блин, как на Nintendo, действительно, ребята, сложно. Погоди, что за... Ой, так, правильно? Стоп. Так, починить проводочку. Ух. Так. Давай, коннекция. Блин, да что ж ты будешь делать? Вот. Угу. Ух, на Nintendo очень сложно, друзья. Вот если будете брать, это только вот именно с другом поиграть на новой карте, я думаю. Но это того, я думаю, не стоит, чтобы платить 500 рублей. Вот. Какой-то сундучок тут у нас, комнатка какая-то. Так, все, мы можем теперь проявить фото. Мы можем проявить фото. Давай вот сюда вот идем. Задание выполнено. Все, так быстро. Так быстро просто. Разобрать записи у нас также есть. Душевые. Офигеть. Посмотри просто на это. Так, что у нас тут? Вентиляция. Ой, Генри, как много раз он здесь... Ой, просирал, как там много было выборов, и только, по-моему, там телепорт как раз один раз сработал. Никогда телепорт не работал, а тут бац и сработал. Так, давай тут тоже мы с тобой починим. Блин, в одного играть это вообще, это просто ужасно. Но мы с тобой обозреваем, смотрим заранее, поэтому можно, ребята, можно так поиграть. Хоть и скучновато, но понимаешь, как будет круто, когда выйдет новая карта. Мы будем с тобой капец как играть. Так, Так, что у нас есть? Какие-то папки, погоди. Мы что-то там забрали. Л. Ага, вот, мы на место с тобой вроде как разобрать записи. Так, давай возьмем какую-нибудь. То есть потихоньку, помаленьку мы должны, смотри, чем заниматься. Вот так вот делаем. Так. А, ну мы так и так не сбежим, потому что там другие тоже должны выполнить, блин, свои задания. Или нет? Ну-ка, погоди. Так, все, мы разобрали. Вроде как починить проводку и помыть туалет. Замечательно просто. Ну как это круто. Вот, туалет помыть. Вот это прикол! Вот это прикол просто, пацаны! Блин, ну это вы чё, издеваетесь, что ли? Да ё-моё, таким занимаюсь. И прикинь, под этим делом тебя еще и убьет кто-нибудь. Да ну нафиг. А давай, наяривай. Задание выполнено. Капец, ты прикинь. Ой, блин, склад. Так. Опа, блин, да как же тут просто много-то всего. Ну-ка, и сюда. И сюда. Все, мы это сделали. Да, ребята, я думаю, у нас будет еще обязательно еще один выпуск. Мы посмотрим с тобой, как мы будем убивать и вообще, какие еще есть задания. Я думаю, стоит того запилить выпуск заранее, посмотреть, что да как здесь. Вот. Лазарет. Давай посмотрим, что тут у нас в лазарете. Тоже интересно. Ну-ка.
Где там у нас карта? Угу, вот лазарет такой. Она слишком прям очень большая. Если мы тут в десятером, и тут в двадцатером надо играть. Шляпочки вот эти вот, ой-ой-ой, офигеть. Офигеть, сейф, топ хэтс. Класс 4-7. Комната отдыха. Так, давай-ка вот сюда вот зайдем. А, это комната отдыха называется, понятно. И вот это типа тоже комната отдыха. Ну ладно, понимаю. Так, переговорный. Мы, по-моему, в переговорной только еще не были, и все, да? Ну-ка, пойдем посмотрим. Пролет. Тут как-то интересно. Смотри, тут как-то интересно прям. Карандаш. Так, нет, так нельзя. Если только вот через стул пройти... Она как-то может пододвигается. В общем, друзья, надо запилить полюбасу еще один ролик, чтобы показать вам все. Чтобы мы с тобой попробовали за предателя сыграть. Видишь, ну это понятное дело, что вот стоят и все. Там потому что черный экран, и все. Там нельзя ничего делать, не двигаться, ничего. Вот. Так, вот мы сюда, в переговорную давай. Смотри, как он прикольно лезет, круто. Так... Переговорная. Вот это что за переговорная. Понятно. Понятненько все. Ладно, я понял, друзья. Блин, ну это прикольная карта. Ребят, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Мы ее еще обозреваем. Обозреваем. Вот, в следующем выпуске. Я не знаю, может, как раз завтра. На этом все. Блин, джойстик дрифтит. Вот единственное, Nintendo Switch. Он сам двигается, потому что, блин, дрифтит джойстик. Вот. Сосранец, а. Не дрифти. Все равно, смотри, он все равно как-то двигается. Ребят, не забудьте поставить лайкос. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.